Всем привет! С вами Анастасия и канал Авелия Стайл. Я занимаюсь творчеством и хочу представить вам работу над очишником. Я всегда пытаюсь вначале составить примерную композицию. Решила взять за основу лабрадор и синие кристаллы. Еще добавлю желтых и оранжевых тонов. Мне очень нравится сочетание синего и желтого. И, конечно же, жемчуг. Мне кажется, здесь он вписывается очень хорошо. Составление композиции похоже на пазл. Из камней, кристаллов и стеклянных бусин. Мне все время что-то не хватало. Или наоборот, перегружена казалась бусинами. За центр композиции решила взять садолит. Очень красивый камушек напоминает пейзаж, морской пейзаж, мне кажется. Приклеиваю и обшиваю его бисером. Бисер хочу взять такой синенький с желтой серединкой. И добавлю акценты также бисером под жемчуг. Еще думаю использовать темно-синий матовый бисер. А тут решила добавить немного бронзы. И дальше буду работать с похожими оттенками. Пришиваю кристаллы и хочу обшить их тоже бисером. Таким же темпом обшиваю камушек лабрадора. Но предварительно приклеив его, конечно. Очень красивый камень лабрадора с яркой иризацией. Теперь добавляю желтые кристаллы. Также предварительно приклеиваю и пришиваю. А затем обшиваю бисером. Теперь еще раз прикидываю композицию, чтобы двигаться дальше. Ну вот, такая работка получилась у меня. Я считаю, что мне удалось создать сложное сочетание из теплых и холодных тонов. А вы как думаете? Теперь нужно обшить чехол. Вырезала внутренний фетровый слой и буду использовать фермуар с птичками под бронзу. Нитки наподобие файрлайна, вот такие. Их тоже очень сложно обрезать ножницами. Аккуратно пришиваю фермуар, можно его предварительно зафиксировать булавками. Когда же фермуар пришит, обшиваю края бисером. Английским способом. Бисер беру покрупней и такую обшивку до конца края. Ну вот, такой чехольчик для очков получился, яркий, красочный. Несмотря на потраченное время, мне очень понравилось работать с ним. Все получилось. А вы как думаете, вам понравился пазл из бусин и камней? Еще это напоминает игру Майнкрафт. Тоже собираешь из разных кубиков что-то неимоверное. А в конце я решила еще добавить вот такую синюю кисточку. Мне кажется, здесь она хорошо вписывается. А вы что думаете? Или, может быть, уже перегружена деталями, нужно убрать ее, я еще до конца не решила. Напишите, как вам. Этот очишник сейчас свободен для продажи. И для тех, кто захочет его приобрести, всю информацию и цену я оставлю в инфобоксе. А я надеюсь, это видео было полезно и интересно для вас. Желаю всем мира, благополучия. Буду рада видеть вас снова. Также буду рада лайкам и комментариям. До новых встреч. Всем пока.